Приветствую вас по общему правилу. Невроз панической атаки возникает как следствие длительного нервного напряжения, неразрешимых внутренних конфликтов, которые оказывают серьезное негативное влияние на психическое здоровье человека, невозможность их разрешения, отсутствие релаксации, отсутствие отдыха, отсутствие восполнения регенерации нервных клеток, негатив, неправильно организованная деятельность, длительное умственное и интеллектуальное напряжение, тяжелая изматывающая работа, и, соответственно, неорганизованный график, распорядок дня. Часто невроз можно связывать с тревожностью. Тревожность, в свою очередь, есть избегание опыта, игнорирование изменившихся обстоятельств и нежелание принимать новых реалий окружающего мира, совмещенного с желанием остаться в прежних условиях. Отсюда возникает нарастающий диссонанс, и если человек не хочет принимать изменившиеся условия жизни, то происходит эта самая тревожность, которая при длительном и сильном эффекте порождает невроз и панические атаки. Соответственно, чтобы с ними справиться, нужно разрешить первопричину, снять конфликт, убрать тревожность, и тогда все эти проблемы уйдут. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.